Состояние муниципального пляжа «Голубые озера» не соответствует нормам. К такому решению пришли специалисты природоохранной прокуратуры, представители регионального управления Роспотребнадзора после проверки. Установлено, что место отдыха горожан захламлено твердыми бытовыми отходами. На территории отсутствуют урны для сбора мусора, а в туалетах и местах для переодевания не проводится дезинфекция. Природоохранный прокурор направил в Курганский городской суд иск о возложении на администрацию города обязанности организовать комплекс мероприятий по приведению пляжа «Голубые озера» в соответствии с требованиями закона. Результаты рассмотрения иска находятся в прокуратуре на контроле.